Управление Пенсионного фонда России по Магаданской области разъяснило колымчанам, какие доходы и за какой период учитываются при определении права на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала. Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного ребенка. Если полученная сумма меньше двукратной величины регионального прожиточного минимума 43 534 рубля в Магаданской области, то семья имеет право на получение ежемесячной выплаты и средств материнского капитала. Отсчет указанного 12-месячного периода начинается за 6 месяцев до даты подачи заявления о назначении такой выплаты. При расчете учитываются доходы семьи, родители несовершеннолетних детей, супруги родителей несовершеннолетних детей, несовершеннолетние дети, полученные в денежной форме,